Мы пошли. Исаак Бекер, руководитель психоневрологического диспансера, стал нашим гидом по зданию. Центр «Чудо-дети» получил его в прошлом году. Благодаря помощи спонсоров появилось электричество, вставлены новые окна, родители помогли снять старые полы. А на средства, вырученные на благотворительном концерте, установили вентиляцию. Она сделана строго по проекту для детских специальных учреждений, чтобы она приточно вытяжная, то есть она дает и свежий воздух, как бы, и выкачивает то, что тут вот, накапливается. Проект рассчитан на 300 ребятишек. Уже известна планировка, что где будет располагаться. Недавно центр выиграл грант на 1 миллион рублей. Предназначение этих денег строго определенное. Эта стена будет полностью демонтирована, а здесь появится зал для вводных процедур. Как только проект будет полностью согласован, работы начнутся. Идея открыть центр для детей с аутизмом, задержкой психоречевого развития и другими заболеваниями возникла еще в 2010 году. Два года назад в психоневрологическом диспансере начали проводить первые занятия. Посещать их могут только 60 ребят, а под наблюдением сегодня более 3000 детей и 200 подростков с различной нервно-психической патологией. О сроках мы тоже не можем говорить, потому что все будет зависеть от того, насколько мы сможем привлечь бизнес к финансированию ремонтных работ, насколько мы сможем привлечь администрацию города и руководство республики. Вот настолько быстро у нас это все и случится. Центр ищет спонсоров, им можете стать и вы. Чудо-дети и их родители будут рады любой сумме. Лилия Денисова, Петр Греков, эфир 24. С понедельника по четверг в 23:30 на телеканале «Эфир».